Раз кирпичик, два кирпичик. Строители восстанавливают разрушенные стены котельной в Советском районе. До первых дней осени обещают накрыть здание крышей и подготовить котельную к работе. Зданию около 50 лет. И ремонт здесь не делали никогда. Когда в прошлом году ресурсоснабжающая организация приняла котельную на баланс, она выглядела удручающе. Сквозь щели в стенах и крыше можно было смотреть на звездное небо. В зиму она проработала. Мы установили в отопительный сезон металлические подпорки, которые вы видите, чтобы обрушение не произошло кровли из-за плохого состояния несущих стен. Вот, и в зимний период отработали в спокойном режиме. И сейчас ведем строительные работы. Подготовка к отопительному сезону в Самаре сейчас в самом разгаре. Началась она сразу же, как только закончился предыдущий сезон. К зиме готовят котельные, дома и теплотрассы. Принять тепло готовы уже более 7 тысяч домов. Это свыше 70%. Управляющие компании идут с опережением графика. В то время как предприятие тепловых сетей завершило работу по перекладке сетей наполовину. Это не критично, но в этом вопросе мы сейчас с руководством Т-плюс отработаем. И я думаю, эта ситуация будет поправлена. Здесь вопрос в большей степени даже не перекладка самих магистральных трубопроводов, а в большей степени работа по организации заделки вскрытий после производства работ. В вопросах подготовки к зиме городские власти держат руку на пульсе. Еженедельно в департаменте городского хозяйства и экологии проходят штабы. Специалисты также выезжают на проблемные места. Такая активная работа летом гарантированно не даст замерзнуть в домах зимой. Марина Матвеевична, Максим Гусев, Сергей Баскин. События.